все, стабилизировал крыло. Подожмите лампочку. Левую руку. Левую. Видишь, у тебя сейчас несогласованность идет рук, правая и левая. Ты когда стоишь крылу лицом, у тебя немножко все зеркально получается. Правая консоль от тебя работает левая рука. Левая консоль работает правая. Да. Ошибка бывает, когда ты путаешь руки, и автоматически у тебя, ну, хрен идет. Рацию слышишь, да? Задача сейчас приподнять, подбежать к нему, расправить ровненько, чтобы было. Вот, левая рука, видишь? Теперь правой подработал. И подходи к нему, подходи. Видишь, он сразу уравнивается. Правая рука. И подходи. Во. Левая рука, левая, левая. Подходи к нему. И подходи. Видишь? Ты его просто не победишь. Надо использовать его площадь, его различные ситуации. Правая. Все, стоп, переждали, переждали. Положи правой рукой. Пусть лежит, переждали, порывчик. Подходи к нему. О, все. Смотри, чтобы стропы под ногами не болтались. Ты в сандалях, пальцы оторвет точно. Поднял, притормозил уже, разворачиваемся, корпус вперед, держим левую диванку, левую больше, корпус вперед, руки вверх, корпус вперед, побежали, правую бежал, бежать, 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 пробежался еще, поджал, все, стоп, паркусь. Видишь, о чем тебе говорил, при соприкосновении с землей чуть-чуть надо было поджать еще. Поджать леванты, потому что у тебя произошла разгрузка консоли. Я мог мне, чтобы меня не поднялось делать. В смысле, здесь? Ну да, я чувствовал, что я не контролирую. Меня прям раз и взял и... Свой, надо было туда лететь. Просто рулить надо было. А у тебя получается, как бы сейчас немножко разнобой. Ну, меня подхватило, а потом упустило. Упустило, просто порывчик. Ветра здесь. Нужно было не ослаблять нагрузку, нужно было просесть на ногах, да? То есть я встал на ноги, разгрузил корпус крыло. Корпус вперед, если тебя сняло, это все замечательно. Уже ты дальше летишь, тебя здесь просадило, да? Да. Ты пробежал пару метров без всяких толчков, рывков. И это самое, чувствуешь крыло, тебя обгоняет. Чуть-чуть прижал к леванты, чуть-чуть буквально. Это достаточно, чтобы оно не зафронталилось. Угу. Дальше побежал, чувствуешь, оно назад ушло. Плавненько приподнял ручки и сработает опять же.